Ярославле спасли детей, оказавшихся в Волге на льдине. Двоих подростков заметили прохожие в районе Павловской рощи и вызвали спасателей. Через 10 минут подъехал катер на воздушной подушке. Действовать пришлось с особой осторожностью. Небольшая льдина могла в любой момент расколоться. Ребят доставили на берег и передали скорой помощи. Подростки не пострадали, но сильно промокли. Как выяснилось, одному ребенку 10, другому 13 лет. Свое путешествие они начали в Норском и на хрупкой льдине проплыли около 6 километров. Как рассказали спасатели, испугаться дети, похоже, не успели, а переживали лишь о том, как сильно им достанется от родителей.